Создатели и исполнительные продюсеры Джо Анцелабехере и Пол Жермен. Продюсеры Хауи Паркис и Стивен Свофорд. Композитор Джим Ланг. На русский язык фильм дублировали артисты. Филипп Пшеничнов, Алеша Костричкин, Лина Иванова, Наташа Франкова, Татьяна Сергеева, Елена Соловьева, Надежда Подъепольская, Алексей Колган, Александр Воеводин, Эдуард Степин и другими. Режиссер Марина Волкович. Звукорежиссер Павел Емельянов. Студия «Пифагор», 2002 год.